Ну что, бородач, где мы находимся, чего мы делаем? Давай, учись блок вести. Ничего не скажу, ничего не знаю. Давай я твоим голосом, просто рот открывай. Раз, два, три. Летим в Якутск. Итого, мы потеряли 200 тысяч на перелетах из-за того, что нас депортировали из Молдовы. Это блок режиссера, а не блок ведущего. Обалдеть! Тут фишка в том, что это вроде бы зеркало, но у тебя нет в отражении. Это как? Это что, просто стекло? Нет же. Если бы это было стекло, разве оно там бы отразало? Не зеркально было бы надпись Шереметьево? Ну вообще, блок режиссера — это о том, как снимают телевизионные проекты Рустем Раиловичем и его маленькой командой. А у тебя это утром всегда челка лежит? Спит. Гостиницы заняты. Это большое событие для города. И вот мы же будем жить вот в таком хостеле некоторое время, где написано, что места нет. Давайте зайдем, посмотрим, как выглядят якутские хостелы. Все молодые, да? Ну только такой. Ага. Что? Можно так открывать просто дверь, да, заходить? Строила? Давай показывай, что ты там лежишь-то. Одного тут сюда пускаем. Вот видите? Вот и наши мальчики. Пройдите туда. Пройдем, да? Почему у вас три кровати, ребята? Привет. А чего вы на трех кроватях-то спите? Это резервная. Чего вы вообще спите? Это запасная кровать. Вы не спали? Хозяйка этой гостиницы говорит, все молодые, кроме тебя, да? А нет. Я говорю, все молодые, да? Я говорю, да. Только ты такой. И типа, то ли старый, то ли плохой, то ли страшный. То ли узкоглазый. То ли толстый. Просто свой. То ли свой. Только ты такой. Она вас тоже первым делом спросила. Я думал, взрослые, серьезные люди, говорит, приедут. Вы выяснили, что это значит эсэх? Изобилие. Это фест, на который мы приехали. Изобилие? Изобилие, значит, да. То есть переводится это. Я работала журналистом в отделе новостей. Ну, это было уже очень давно. Я получилась в магистратуре. Ну, вы наш человек, короче. Знаете, что такое стендап? Все знаем. Все такое тупись. Рустам Раилович, представьте героиню. Я знаю ее ровно одну минуту. Ее зовут Яна. Она работала на иркутском телеканале известном, который называется «Аист». Вот. И влюбилась. И переехала сюда жить. Не жалеет. Якута влюбилась? Нет. Он... Военного якута. Нет, он русский. Тоже иркутский, кстати. Тоже Иркутск? Да. И вы, ну вообще. Его распределили сюда, понятно. И вот есть. И она не жалеет об этом. Нет. Яна, расскажите, куда идем? Мы идем в ресторан национальной якутской кухни, который называется Махтал, что переводится «спасибо». Как еще раз Махтал? Махтал. Угу. Индигирка. Индигирка. В честь реки Северной. Салат из замороженной рыбы. Какой рыбы, Ян? Это чир. Чир? Чир. Что такое название не слышно, да? Тут только, столько еще будет слов на ком. Это прикольно, холодное, да. Жесткое, но при этом рыба. Вкус рынка. Рынка? Ну да. Это блюдо называется жеребятина в карамельном медовом соусе. И подается с гарниром. Это новый виток якутской кухни. Я сейчас попробую жеребятину в карамельном соусе. Карамельно медовом. Королевно-медовном? Королевно-медовный. Сейчас мы поймем, Рустам Рылович вообще мог бы работать в «Орел и Решка», например? Ну, такой этот, вкус такой, это, не это, не любителя, скажу. Я боялся, что сейчас повторится история, когда я улитку съел в синебрюхове и больше ни одной улитки не съел, но нет, это реально вкусно. Ну, типа, на любителя, и вот я любитель, по всей видимости. Ты конин ел когда-нибудь? Это не конин, это жеребятина. Но это должно быть рядом. Нет, совершенно нет. Да? Жеребятина считается совершенно чистое мясо. Ааа,
Коля Коптермен сегодня. Сколько нужно, чтобы собрать, запуститься? Минуты 2-3 где-то. 8,5 тысяч километров. И опростоволосится нам просто нельзя, потому что человек не простит. Ну а кто будет работать дальше? Летнего солнцестояния. Мы очень удивились, когда нам сказали, что на Эсэхе туалеты в автобусах. То есть вот стоит автобус, это по совместительству еще и туалет. Но мы вдвойне удивились, когда узнали, что этот автобус называется Туабус. Что? Заходим на открытие праздника. Огромное количество людей. Сагаланар, алай сарелан неттан, айи. Щедро святая Баскуша, счастливо снова служа. Мичер, уру и туско. Наши коллеги работают, оператор снимает, на камеру сейчас поднимем. Дорогие гости Эсэха! Если надо, вот выбрать. Капец. Спасибо. Скажи ему, он понимает. Маленький. Вот. Чуть-чуть вперед, жопу подними, просто жопу. Еще жопу вперед, еще больше. Прись руками на камеру. Это горячий воде. Перепутать горячий на вас горячий. Нельзя купаться. Купаться запрещено. Но настолько жарко здесь. Здесь людей ничто не удерживает вообще. Девушка в форме МЧС пошла разбираться. Костюм отходит только артисты. То есть здесь на Эсэхе это дань национальным народам. Держу Айдара, чтобы в воду не упал. Здесь купаться нельзя. А он вырывается. Снова наши коллеги. Орел и Решка, новый ведущий Ольга Антипина. Меня такой. Оля. Нет. Как это не местное? А у вас тоже все вот это серебряное? Да. Вы девушка Саха или нет? У вас тоже да. Серебряное. Это сколько? Ну, все, значит, местное. Готовы? Как загнать вначале? Просто потом загнать. Вы в рюкзаке будете? Знакомьтесь со мной. Знакомьтесь со мной, Майя. Вы, у Майя, вы модель. Как вас представить? У Вовки новый термин появился. Как загнать вначале? Что за? Представляете, это все из настоящего серебра. Вот ваша сумочка, она сколько стоит? Под 100 тысяч. Под 100 тысяч. А вот этот вот? Это... А вас как зовут, девушка? Вы руководитель ансамбля? Я одна из участников ансамбля. Вы почему захотели с Вовой сфотографироваться? А? С Вовой почему вы решили сфотографироваться? Потому что я вижу то, что за ним идет слава. А, хайп. Немножко... На всякий случай. Давайте, как давайте. Вдруг он выстрелит. Пристрельный удар. У меня еще есть время, спроси. У меня еще есть время.